Мендона, потом на компанию. Кукуруза. Нет. Что? Да, они говорят, это Пушкин. Это не Пушкин. Это что? Твардовский. А при чем Пушкин? Ну, так прошли. Значит, Твардовский. Значит, Александр Ильич Твардовский, Ленин и Печник. Ленин и Мужик. Пушкин. То есть, ну, Пушкин и Мужик. Но вообще, Быков придумал название получше. Название такое «Они пахали». В сапогах, в потертой блузе, с бодуна, во всей красе, шел мужик по кукурузе, по несжатой полосе. Пиджачок торчал кургуза, из цигарки шел дымок, думал, вот же кукуруза. Дальше думать он не мог. Вдруг зарявкали моторы, подошел комбайнер строй, а в комбайне тот, который, а в соседнем тот второй. В куртках фирменной расцветки, в окружении поселян, и в руках у них ракетки. И у каждого валан. Неприступный, как гостайна, и стремительный, как вжик. Путин вышел из комбайна. Путин, тут и сел. Вышел солнцем осиянен, наступил в родную слизь. Что трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавши пред собой их, поселянин заблажил. Как же вас сюда обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен, вербовать-то он мастак. Да не бойся, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом, доедая из эскалоп, мы подумали с медведом замутить еще во чтоб. Все мы делали, чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом, погружались в глубину, нежной дружбы не таили, пели рок, коров доили, твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все, что хочешь. И в звоне чаши чайной был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнейший, чем боржи. Совершенно обалванен от таких серьезных тем, тихо ахнул поселянин. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту дерзость и ответил мне по лжи. А чего еще тут делать? Ну не правит же, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам не править. Лучше так вот по полям. Чтоб ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А какие ваши планы, я хоть бабе расскажу. И с усмешкою, как ангел, он сказал, примерно так, то ли на лыжах в акваланге, то ли в танке на журфаке. Что тут скажешь, что предложишь, лежа в страхе на стогу? Как ты так без литра можешь? Да уж, молвил он, могу.
Дмитрий Быков, Андрей Васильев. Сейчас, сейчас Вася скажет свою сакраментальную фразу. Обычно я иногда говорю, ребят, давайте мы не будем выпендриваться, чтобы вы нас на бис вызывали. Мы сразу бис прочтем. И... А тут вы действительно бис. Да, Николай Федорович, я сейчас расскажу просто. Предварю. У нас была такая неделя.